В прошлом году Росгосцирк отметил 95-летие. В составе компании 43 цирка по стране. Это 8 тысяч артистов и животных. Но все это время в цирковом искусстве не было профессиональной премии. Несмотря на то, что фестивали проводятся как российского, так и международного уровня. У нас возникла идея создания такой профессиональной международной цирковой премии. И начинаем мы в этом году первую церемонию. Мы общались со многими, практически со всеми цирковыми коллегами во всем мире, пользуясь за рубежом, пользуясь площадками фестивалей, и получили такую серьезную поддержку, в том числе и самого главного фестиваля Монте-Карло. Поддержку в проведении такого значимого культурного мероприятия оказал и Сочи. Курорт готов предоставить 5 активных площадок, на которых зрителям будет уютно и безопасно. Кроме того, мэр предложил представителям Росгосцирка и впредь проводить всевозможные цирковые фестивали в Сочи. Мы всегда площадку предоставим, и не только предоставим. Мы окажем всяческое содействие, то есть будем вместе готовить это мероприятие. Карнавал ждет сочинцев и гостей курорта уже 27 июня. На площадках выступят цирковые труппы, представления покажут уличные и любительские театры, а также пройдут мастер-классы. Что же касается премии «Мастер», то с 25 марта по 31 мая на официальном сайте ведется интернет-голосование. Номинантами станут 5 лучших творческих работ, которые будут оценивать представители Международного экспертного совета. Татьяна Говоркова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.